Московской области пройдут работы по обустройству 56 площадок в рамках конкурса «Сады Подмосковья». В муниципалитетах пройдут работы по обустройству 56 площадок, на которых будут разбиты будущие сады. Дополнительно обустроим клумбы, альпийские горки, цветники, установим бозоны, заменим опоры уличного освещения. Сады зацветут уже в мае. Уверен, они станут излюбленным местом для прогулок и семейного отдыха, написал глава Подмосковья Андрей Воробьев на своей странице в Инстаграм. Очередное оперативное совещание у главы Ленинского муниципального района состоялось 4 апреля. Олег Промов заслушал доклады руководителей районных служб по ситуации по своим направлениям. Главное внимание на совещании было уделено теме благоустройства, в частности, уборке территорий, прилегающих к торговым предприятиям, состоянию дорог и придомовых территорий в каждой точке муниципалитета, организации субботников при участии населения. Восьмого апреля на Аллее Славы города Видное состоится митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Начало в 12 часов. Володарская школа отметила сразу три знаменательные даты – 130 лет образованию первой школы в поселке, 75 лет первому выпуску средней школы и 35 лет современному школьному зданию. В числе приглашенных почетных гостей глава Ленинского муниципального района Олег Ромов, который отметил большой труд всего педагогического коллектива по образованию и воспитанию подрастающего поколения и вручил районные награды лучшим сотрудникам.